В Твери продолжается ремонт важнейшей транспортной артерии – Бурашевского путепровода. Сейчас подрядчик выполняет наиболее сложную и важную работу – замену балок. Как проходит ремонт и когда планируется открыть движение по мосту, расскажем в следующем сюжете. Ремонт Бурашевского путепровода начался в прошлом году. Обследование показало, что в балках появились трещины. Это неудивительно, если учитывать, что строили мост в прошлом веке, и он был рассчитан на проезд всего 600 машин в сутки. Теперь же транспортная нагрузка возросла в разы, да и время берет свое. Мостовая конструкция начала разрушаться. Решено было капитально реконструировать этот объект. После укрепления несущих элементов моста максимальная нагрузка на него может быть существенно увеличена, что позволит увеличить его пропускную способность. Отремонтированы балки во всех пролетах, кроме 6-го пролета, который над главными путями. 18 числа мы получили первое окно от РЖД. И с 18 числа приступили к ремонту балок. Окно – это промежуток времени, в течение которого приостанавливается движение поездов под мостом. Без этих окон отремонтировать основные балки было невозможно. Еще одним затруднением стало смещение сроков поставки самих балок, из-за того, что их доставили на объект позже, чем планировали. Сроки выполнения контракта пришлось сдвинуть, а интенсивность работ повысить. После того, как были предоставлены необходимые окна движения поездов, нами был разработан соответствующий график производства работ. Работа проводится круглосуточно. Мы планируем, что во второй половине июля движение по мосту будет запущено. При этом сами работы на мосту будут продолжаться. Сейчас представители администрации Твери регулярно приезжают на объект, чтобы удостовериться, работы идут по графику. На замену каждой балки уходит не более 3-4 дней. В работе помогает применение современных технологий. Вот эта черная лента – это система внешнего армирования FIBARM. Именно она повышает прочностные характеристики балок. Разрабатывается еще проект по ремонту подходов к Бурашевскому путепроводу. В рамках текущего проекта по реконструкции путепровода будет заменено освещение все с опорами и отремонтировано асфальтобетонное покрытие на мосту. Так что скоро Бурашевский путепровод станет соответствовать требованиям по пропускной способности и безопасности для водителей и пешеходов.